столичном экопарке состоялся первый веломарафон среди ребят дошкольного возраста, посвященный Международному дню защиты детей. Он проходил под девизом «Зеленый шаг в будущее». Всего в веломарафоне приняли участие 65 детишек в возрасте до 6 лет. Чемпионы Узбекистана по велоспорту также не упустили возможности побывать на этих соревнованиях. Они давали советы детям во время марафона. Современные беговелы, то есть велосипеды без педалей, в качестве эксперимента были выданы 13 столичным дошкольным образовательным учреждениям. Основное преимущество такого велосипеда в том, что детям легче сохранять баланс. И таким образом навыки езды на таком беговеле помогут им научиться ездить впоследствии на обычном велосипеде. ОБСЕ и Федерация Узбекистана по велоспорту совместно с Министерством туризма и спорта, а также Министерством дошкольного образования организовали это мероприятие. Детишки приняли участие в марафоне на велосипедах без педалей. Есть и победители, как видите сами. Этот вид спорта важен как для нынешнего, так и для подрастающего поколений. Как отметили ответственные лица, по инициативе Федерации Узбекистана по велоспорту в будущем предполагается поэтапное обеспечение дошкольных образовательных учреждений республики такими беговелами. После марафона в Центральном парке имени Мирзо Улугбека состоялась официальная церемония открытия телеканала «Акылвой».